Вспышки, фотокамера, слепительные улыбки, глубокие декольте – весь цвет российского кино. Сегодня на церемонии закрытия кинофестиваля. И пока имена победителей неизвестны, в фокусе внимания – красная дорожка, заключительный светский аккорд Московского международного. Для Москвы это действительно праздник, потому что все-таки фестиваль международный, приезжает большое количество гостей, очень много показывается фильм. Но потом вот, видите, какая красота, нам есть где выгулять свои платья и костюмы. Мне кажется, он стал какой-то более европейский, более такой лаконичный. Очень хороший, опять же, отбор. Я не была в Каннах, мне не с чем сравнивать. Председатель жюри, легендарный кореец Ким Ки-дук, долго позирует фотографом. Интрига вечера в его руках. Но главный фестивальный итог, конечно, не в наградах. 60 тысяч зрителей в кинозалах. Мне сейчас не хочется, так сказать, сравнивать с другими фестивалями. Я считаю, что он прошел на очень высоком уровне, во всех смыслах. Поэтому для меня фестиваль, да, пусть не будет мировых звезд, но он является очень серьезным культурным актом для нашей страны. И главные награды кинофестиваля – серебряные и золотые статуэтки Святого Георгия – уже в руках победителей. Приз за лучшую мужскую роль отправляется в Финляндию, женскую – в Иран. Самый убедительный режиссер – итальянец Валерио Мастандре, снявший фильм «Она смеется». Lei guarda sempre questo premio. Sì, perché pesante. Она очень тяжелая. Ну а главный триумфатор киносмотра – Фархад Шарипов из Казахстана. За его тренинг личностного роста жюри проголосовало единогласно. Все подробности церемонии закрытия зрители нашего телеканала узнают из трансляции вскоре после полуночи. Полина Ермолаева.